Всем привет, добро пожаловать на мой канал, это Ольга Швец. Вчера, наконец-то, я разгребла свои огромнейшие залежи косметики. И я спешу поделиться своим опытом с визажистами, профессионалами. Потому что у меня ни много ни мало, но креативных материалов оказалось целых 2 ящика в тумбочке. Я вообще никогда это не считала, я просто брала то, что мне интересно. И, в общем, сейчас я покажу, что из этого получилось. Первое, что я хочу вам показать, это вот такие бумажные скотчи. Сейчас, секундочку, вот они. Да, они вот такие вот бумажные, используются для того, чтобы делать направляющие в макияже, они старые. Я буду заказывать новые. Если вы видите... вот так вот он выглядит. Вот так. Вот вы его наклеиваете. И, допустим, рисуете ровную линию, если вам такая требуется. Но что я вам хочу сказать. Они как бы затаскиваются по бокам. Хотя в целом они еще в порядке. И срок годности у них вообще как таковой не ограниченный. Поэтому... давайте покажу вам еще что-то. Это все как бы практически все с китайских сайтов. Было заказано скотчи 100%. Вот такие бумажные, вернее, сори, такие пластиковые трафареты для бровей. В наборе пришло вот таких вот пачек очень-очень много. И я многие из них разыгрывала, потому что я выбрала только трендовые, широкие. И все. Как бы остальные разыграла, подарила и так далее. Вот такая штучка. Это не заказано с китайского сайта. Это приобретено у нас в городе на китайском рынке. В отделе с недорогой косметикой. Вообще вот такие штуки, они очень вообще упрощают креативный макияж. Не знаю, говорят, что то ли это на телефоны покупалось. Ну хотя какие это телефоны? Ну, хотя, вроде да, это идет как наклейка на телефон. Но мы их прекрасно используем в макияже. И смотрится очень здорово. Если получится, я вставлю несколько картинок. Вот из этой же серии только черные камни. И здесь еще очень много страз. Вот, пожалуйста. Что у нас тут еще? Вот такие красные. Вот такие, это Сваровски. Вот такие еще квадратные. Вот они. Вот еще. Ну, в общем, только одних камушков тут уже, будь здоров. Угу. Вот это тоже настоящие Сваровски. А! Упала. Ну, в общем, тут есть где разгуляться вашей фантазией. Вот это камушки для ногтей, я думаю. Я их использую в макияже, тоже вставлю в фотографию. Если надо что-то совсем такое мелкое-мелкое, возьмите. Это тоже идет для дизайна ногтей. Можно купить в отделе с... ну, какими-то элементами для шитья, в общем, нечто подобное. Но на самом деле на китайских сайтах такого добра кулями, охапками, и причем по одному доллару. Вот такая еще коробочка у меня есть. Приобретена она в фикс-прайсе. И здесь тоже много интересного, забавного, креативного. Вот тут есть звездочки и всякие блесточки. И блесточки эти разноцветные. Здесь еще маленькие звездочки, есть большие звезды. Вот такие ромбики. Если вам это интересно. И вот такие кругляшки в трендовом оттенке. Здесь вообще разноцветие. Не знаю, пригодится ли когда-нибудь, но на всякий случай. И вот такие есть еще классные. Вот. Вообще в идеале надо все вот таким ячейкам разложить, и тогда будет все прекрасно.
Вот лимитка от Maybelline Colorama. Рядом у нас вот такой вот Makeup Story. И сверху нанесла вот такие тени. Бешено-голубого оттенка. Реснички. Реснички все еще ждут своего часа. Стоят просто копейки, мне сказали. Привезли из-за границы. Подарили. Большое спасибо. Вот такая палетка креативных помад. Мы еще к этой теме вернемся. Насколько интенсивных? Сейчас я вам покажу. Очень интенсивных. Очень. Что еще замечательно? Это мы только первый ящик разбираем. Вот такую коробочку мелков я заказала. Сейчас, секунду. Вы увидите. Вот. Вот такие мелки. Они разноцветные, ими можно красить волосы. И там внизу есть еще одна коробочка. Да, то есть вот их там много. То есть они в два яруса идут. 48 цветов, что ли. Называется Мастер Пастель. Красить волосы есть чем. Да, Мастер Пастель, 48 штучек в наличии. Брала вообще очень-очень дешево, еще когда только-только пошли эти цветные пряди. Очень давно. Еще одна колорама красного цвета. Делаю свотч. Достаточно пигментированная. Классная. Что здесь еще у нас? Sparkling Dust от Inglot. И вряд ли это можно будет носить в жизни. Но тело выглаживает, девочки и мальчики, так, что просто мама не горюй. Сейчас я вам покажу. Вот где тут сводч. Вот. Видите? Рука. И вот так вот мы хоп. И выгладили. Выглаживает визуально, это все блестит очень сильно, визуальный такой влажный красивый эффект дают. Ну, в общем, мне нравится. Буду ли брать еще? Да, буду. Что-нибудь из этой линейки обязательно возьму. Еще вот такие мы как-то пробегали мимо, взяли вот такие зажимы для волос. И тут еще, в общем, очень много всяких блестков. И вот такие даже жемчужинки есть. И открываем второй ящичек. Вот так вот. Фух. Вот второй ящик. Значит, здесь у меня две палеточки. Вот они. Это арт-визажевские палетки, в которые я поставила уже другие оттенки. Свочить не буду. Если нужно, напишите, спросите. Вот такая у меня коробища. Здесь всевозможные у меня идут также креативные баночки небольшие. Вот Inglot, снова Inglot. Ателье, вот такой бешеный оранжевый. Снова Inglot. Да. Пупа, рассыпчатые тени. Это MAC в какой-то нестандартной старинной упаковке. Это ZFK. Мой любимый бренд профессиональной китайской косметики. Еще один. MAC. В общем, здесь, если порыться, здесь можно нарыть много интересного. Вот такие пигменты безумно красивые. Золото, пожалуйста, тут есть. В общем, оттенков миллионы, миллиарды. Вот, по-моему, еще MAC один, да. В трендовом оттеночке. Так, это мы убираем. Что еще? Вот такая криолановская палеточка. Минусы, она вот так затирается. Затирается и зашарпывается. И вот такие у нас очень-очень яркие оттенки для креативных макияжей. Пожалуйста. Такие бешеные цвета. Вот желто...
зеленые, это такие выигрышные оттенки, они очень хорошо смотрятся на фотографиях и на видео. Вот такая креативная ателье палеточка. Это номер Т23. Скоро, кстати, буду делать обзор на ателье. Коробочка Феликс Штейн. Подарили. С пигментацией все в порядке. Так, что у меня здесь еще? Декле палетка с акварель. Это просто какая-то подборка голубых и фиолетовых теней. И это просто на двухсторонний скотч приклеено. Вот такие у меня краски. Заказывала на китайских сайтах. Вот эти краски я заказывала у российского бренда Just. Вот такая коробочка, лимитка от MAC, которая не получила себе путевку в жизнь. Три оттенка, железо, коричневый и черный, такой алюминиевый, серебристый. Так, гуашь, тоже серебристая, белая гуашь. Что у нас тут еще? Слик, очень-очень яркие оттенки. Уронила, разбилась три цвета. Поздравляю. Вот такие гримы. Это уже я сбилась тоже со счету, какая по счету. Очень приятный запах, очень большой срок годности, очень яркие, пигментированные, хорошо снимаются обычной краской из серии, вернее, краской, кремом из серии просто увлажняющей. Вот два моих любимых набора. Это очень яркие креативные оттенки китайского бренда, который называется вот так. Так, что у нас тут еще? Вот еще оттеночки яркие. Сейчас, секундочку. Вот. Этот набор, конечно, будет получше, потому что здесь, пожалуйста, пудра, контур и с пигментацией вообще все отлично. Вот здесь румяна, здесь пудра, контур. И здесь оттенки делятся на шиммерные и матовые. Давайте попробуем вот такой зеленый. В общем, все хорошо. С яркостью все прекрасно. Все это немножечко такое еще пока нуждается в доработке. Это все такое немного пыльноватое и так далее. Потому что я тут... Это вот в таком виде у меня в палетке Декле присутствуют... Это питерская акварелька. Говорят, она очень сильно сушит. И блогеры, и визажисты, и модели. Да, я подтверждаю, она очень сильно сушит. Но вы же не собираетесь ходить с таким мейком каждый день. Да, она очень сильно сушит, но вы же не собираетесь ходить с таким мейком каждый день. Вот такой подарок. Прекрасный, эксклюзивный от Арт-Визаж. Большое спасибо, Анастасия. Показывала, наверное, не раз я... Это помадки. Угу. То есть мне их сделали, наверное, года два назад. То есть когда мы только познакомились с арт-визажом. Обладая вот этими оттенками, можно будет просто сделать любой цвет. Потому что здесь основные цвета присутствуют. Вот, пожалуйста, черный. Я не буду, то есть наслаиванием там можно добиться бешеного цвета. Но я же не буду сейчас вам это... демонстрировать. Вот тут есть желтый такой. Если желтый положить сверх, вот этого будет вот такой. То есть можно смешивать и можно варьировать. И еще одна палетка, которую стоило вам показать. Она вот такая. И правильный метод нанесения вот этих теней влажный. То есть вот оттенки. Вот они. И вот оттенки. То есть разгуляться есть где. Вот так. Это была моя небольшая коллекция креативных всяких штук. Если интересно, то спрашивайте. Я покажу еще и сори за запыленность. Потому что, ну, просто вот сейчас собака линяет. Ее шерсть просто находится везде.
Так, я тут маленечко протерла, но это я вам серьезно говорю, с далматином это ровно на один день. Прекрасная порода, обожаю. Но у далматина один единственный недостаток есть. Это то, что он линяет перманентно, круглогодично. А весной и осенью это просто превращается в ад. Ящички не глубокие, как видите, небольшие. Все это так слегка протерто, потому что когда я иду на работу, я все это отдельно уже достаю, протираю и уже там пакую в отдельные мешочки, там либо прячу в кейс. Тогда уже как-то вот и так далее. То есть, если далматин линяет в пик, то есть в пик линьки далматина, даже внутри кейса будут волосы, даже если он просто закрыт. То есть вот эта шерсть, она вездесущая. Я просто сначала, как бы, когда взяла далматина, я не знала об этом нюансе. Ну вот теперь, как бы, я знаю, и вы будете знать. И тут маленько ковричек собрался.